Серед нас є людина, яка має травму у своїй нозі, і вам дуже складно пересуватися, тому ви відчуваєте біль постійно. І я хочу зараз помолитися за вас, просто покладіть свою руку на свою ногу. І я молюсь в ім'я Ісуса Христа, щоб прийшло повне зцілення у вашу ногу прямо зараз. В ім'я Ісуса, там, де ви знаходитесь, прямо зараз я відчуваю, що Бог хоче вас повністю зцілити. В ім'я Ісуса, я наголошую, що ви повністю зцілені. В ім'я Ісуса Христа. Ви можете себе перевірити, якщо у вас була біль, можете щось поробити, щоб перевірити себе. Также я чувствую, что это слово для тех людей, кто смотрит нас в прямом эфире. Я чувствую, что есть сестра, у вас маленький ребенок, и вы находитесь в другой стране. Это Америка. Вот вы находитесь в Америке. И вы как будто бы оставлены там одни. Вы чувствуете, что вы как будто бы оставлены там. Рядом никого нет, и из-за этого вы очень часто грустите, потому что вы чувствуете, что вы как будто бы оставлены. И то, что я слышу, что Бог, Он рядом с вами. И молитесь, продолжайте молиться и верить, потому что Он приведет в вашу жизнь людей, которые будут для вас благословением. И еще я чувствовал, как рекомендацию, это найти ближайшую церковь, поместную церковь, и начать просто туда посещать ее, стараться туда ее посещать. Я чувствую, что Бог, Он хочет привести к вам людей. И еще у меня есть одно слово для людини, яка тут. Я відчуваю, що серед нас є людина, яка є нашим захисником, яка має служіння, має служити там, на фронті. Я відчуваю, що ви маєте туди найближчим часом поїхати, і у вас є такий, знаєте, трохи як страх. І то, що я побачив, це я бачив човен, і цей човен – це було слово, що Бог, Він проводив вас серед тьму, Він проводив вас увесь цей час, і Він проведе вас ще. Тому Він буде з вами. Я хочу за вас помолитись там, де ви зараз знаходитесь. Я молюсь, щоб Бог, Він, я молюсь, Господь, щоб Ти продовжив свій захист. Я молюсь, щоб Твій захист був на цій людині. В ім'я Ісуса Христа. Дякую Тобі. Слово к человеку, у которого есть долги. Господь говорит, что Он давал вам уже шанс несколько раз ухватиться за Его руку, за Его Слово. Он давал вам веру, Он давал вам Слово, чтобы вы стояли на этом. И это для вас было решение, выход и путь. Но вы по какой-то причине теряли. И сегодня Господь опять говорит: ухватись за мою руку и не отпускай. В этом твой ответ. Держаться за меня, за мое Слово. Вот четко я услышала. Господь простирает руку и дает еще раз вам шанс. Пожалуйста, не упустите его снова. Потому что вы пытаетесь где-то найти какие-то выходы у людей, самому что-то сделать, не знаю, это женщина, мужчина. Но Господь говорит: выход у меня. Слушай меня, стой на моем слове, и я совершу. То, что ты не можешь совершить, то, что другие люди не могут для тебя совершить, я совершу. И второе слово – это для человека, который исцеление ожидает. Мне Господь показал женщину с кровотечением, которая не упустила тоже свой шанс. Она могла бы подумать: ой, я жду, конечно, этого шанса с Иисусом прикоснуться, но сегодня неблагоприятная ситуация. Если бы она вышла, посмотрела: ой, какая толпа Иисуса окружает, ой, а Он так спешит, а вы же помните, Иисус еще спешил, Он не собирался останавливаться, не собирался ее исцелять. Если бы она смотрела на препятствия, она бы не использовала этот свой шанс и не получила бы исцеления.
И сегодня Иисус вам говорит, не смотрите на препятствия. Может, вы думаете, сегодня, ну вот неблагоприятный момент. То мне не нравится, то я не чувствую. Может быть, сегодня не мой шанс. Возьмите этот шанс. Аллилуйя. Не смотрите на препятствия, смотрите верой на Иисуса. Аллилуйя, который не отвергнет вас, если вы верой будете прикасаться к Нему сегодня. Аминь. Я предлагаю закрыть глаза перед Господом. Я имею знание, что есть человек, у которого правая сторона тела, там, где рука у вас, правая сторона спины, у вас там какая-то болезнь, она сильно чешется. Принимайте исцеление прямо сейчас. Что бы там ни было, очистись во имя Господа Иисуса Христа. Также есть человек, которому предписано, ну, как единственное средство, которое поможет, это операция на правом глазу. Я прямо сейчас провозглашаю исцеление для вас, потому что Господь показывает, что вы можете просто получить исцеление и принимайте сегодня его. Принимайте. 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 Также есть женщина конкретно, она здесь. У вас было несколько операций брюшной полости, и после этих операций у вас остались проблемы с кишечником. Прямо сейчас я объявляю полное исцеление и восстановление работы всех ваших внутренних органов. И будьте свободны от последствий после перенесенных операций и осложнений. В могущественное имя Иисуса Христа. Есть также женщина. И вы здесь, я вижу ваше лицо, и знаю даже, где вы сидите, в каком ряду. И у вас опущение женских органов. Вы долго молились, вы продолжаете верить, вы не собираетесь идти ни на какие там операции, зная, что это не поможет. Примите исцеление прямо сейчас. Примите божественную операцию. Прямо сейчас руки Господа на ваших внутренностях. Они поднимают, укрепляют, ставят все на место. И уходят все последствия. Во имя Господа Иисуса Христа. И пусть Иисус Христос будет прославлен, и Отец Небесный пусть будет прославлен через это чудо. И вы обещали Ему, вы обращались к Нему в молитве, что вы будете об этом свидетельствовать. Он знает об этом. Поэтому берите, принимайте сегодня и сейчас. Это ваше. И мы услышим это свидетельство. Рабаща. Есть человек, у которого чешутся глаза. У меня нет понимания, что это, из-за чего это, но у вас
вот такая-то проблема. Она, это не было раньше, это случилось недавно. И я слышу, чтобы вы не переживали. Это пройдет. Не переживайте. Вам не нужно никакое лечение. Просто оставьте это. Это все пройдет. Я вас благословляю. Пусть мир и покой будет. Господь, пусть твой перст коснется этих глаз, и пусть это все и исчезнет, все эти проявления. Провозглашаю также исцеление для правой руки, это локоть, это сустав. У вас было много работы. И началась эта боль, и она долго уже продолжается. Это не резкая боль, просто такая ноющая боль, но она уже долго и не проходит. Примите полное исцеление прямо сейчас во имя Господа Иисуса Христа. Также есть женщина, у которой нашли, вы были на обследовании, у вас узлы нашли на щитовидной железе. И я слышу также, что вы исцеляетесь. Принимайте прямо сейчас. Забудьте про эти узлы. Забудьте про всякие последствия, которые вам наговорили. Принимайте во имя Иисуса Христа. Полное исцеление. Принимайте. Новая щитовидная железа, без узлов, без образований. Во имя Господа Иисуса Христа. Знаете, получаю очень много, даже пройдет много времени все называть. Я прямо сейчас, как Сын Божий, во имя Господа Иисуса Христа, запрещаю любой болезни, любой немощи. Запрещаю. Запрещаю тебе. Запрещаю тебе. Повелеваю тебе выйти прочь. Прекратиться. Во имя Господа Иисуса Христа. Принимайте полное исцеление. Принимайте, 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 принимайте во имя Господа Иисуса Христа. Принимайте, принимайте, принимайте. Такое редко бывает, но прям слышу слово. Сигмовидная кишка. Мне это ни о чем не говорит, но кому из вас это говорит, принимайте исцеление от этой проблемы. Это значит для вас во имя Иисуса Христа. Принимайте во имя Господа Иисуса Христа. Также у кого-то в области затылка здесь внизу какое-то образование, какая-то шишка. Она там растет. И во имя Господа Иисуса Христа пусть она исчезнет, рассосется. Я говорю, исчезает, исчезает. Запускается процесс рассасывания, исчезновения во имя Иисуса. Я говорю, как Иисус смоковница когда-то. Я говорю этой шишке, ты больше не будешь расти. Я говорю любой опухлости, любой шишке, любому образованию на теле и внутри тела. Тебе запрещено расти, тебе запрещено, запрещено, засохни, исчезни. Растворись во имя Господа Иисуса Христа. Я говорю, все ткани, которые были повреждены, восстановитесь. Восстановитесь. Восстановитесь во имя Господа Иисуса Христа. И сразу слышу, у кого-то были вырезаны два лимфоузла. Пусть появятся новые, рабочие, здоровые. Принимай во имя Господа Иисуса Христа.
Я увидела яблоко, которое ножом очищают. И понимание такое пришло, что Господь сейчас берет свой скальпель и очищает глазное яблоко у кого-то там, или глаукома, или катаракта. Принимайте во имя Иисуса. Я просто приказываю очиститься аллилуйя, зрению, аллилуйя, глазному яблоку от глаукомы и катаракты во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще у кого-то есть типа свеща, не заживает. Вот в этой области, вот здесь, где плечо, такая штука, она с нее выходит. Гной, вода, она не, за, то есть не затягивается. Я провозглашаю исцеление, полное исцеление, полное, полное исцеление. Примите это во имя Иисуса Христа. Давайте скажем: Господь, благодарю Тебя за то, что Ты мой целитель. Был, есть и будешь. Я прибегаю к Тебе. Ты моя башня, в которой я прячусь. Ты скала, на которой я стою. Ты дерево жизни, от которого я вкушаю плоды жизни. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе, что Ты не оставил меня, не забыл меня. И я буду славить Тебя среди живых, а не мертвых. Благодарю Тебя. Слава Тебе. Аллилуйя. И провозгласите. Если у вас что-то было, провозгласите. Закройте глаза и скажите: Господь, спасибо, что у меня нет катаракты. Спасибо, что мой тазобедренный сустав целый. Благодарю Тебя, что у меня на месте все органы. Благодарю Тебя, что у меня работающие яичники. Благодарю Тебя, что у меня здоровое сердце. Благодарю Тебя, мои артерии целые. Благодарю Тебя. То есть называйте то, что у вас, какая проблема. Благодарю Тебя. Зависимости нет. Моя кровь чистая. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Вены приходят в порядок. Благодарю, благодарю, благодарю Тебя. Спасибо Тебе, спасибо. Во мне течет кровь Иисуса Христа. Во мне течет Его жизнь. Жизнь Иисуса течет во мне. И свершилось то, что сказал Иисус. Я буду у вас, вы будете во мне, мы будем в Отце. Свершилось. Аллилуйя, аллилуйя. Кровь от крови, плоть от плоти Его. Жизнь и воскресение действуют во мне. Аллилуйя. Можете кому-то направить руку и провозгласить: жизнь и воскресение, сила, воскресившая Иисуса из мертвых, находится в тебе, в тебе, в тебе. И эта сила исцеляет тебя, освобождает тебя. Сила воскресения действует тебе. Аллилуйя! Благодарю! 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 Давайте поднимемся вместе и будем провозглашать это. Я чувствую, сила Божья двинулась. Благодарю! Благодарите! Я чувствую, сила Божья движется. Благодарю, благодарю за жизнь мою. Благодарю. Знаете, у меня еще есть знание. Это человек, который нас смотрит. Это точно для вас. У вас кардиостимулятор. И это свои проблемы. Я прямо сейчас, и если кто-то здесь есть такой человек, берите, потому что, знаете, одно знание, оно для многих людей идет. Вот. Я прямо сейчас совершу молитву, и это чудо произойдет, потому что Бог говорит, чтобы это было удалено из твоего тела, и твое сердце будет здорово, ему не нужен будет кардиостимулятор. Господь, благодарю Тебя, что Ты Творец, и то, что поместили руки человека
Боже, пусть Твои руки удалят это из тела, а все, что связано с работой сердца, будет приведено в полный порядок, полную гармонию. Я благодарю Тебя, Господь, за исцеление этого человека и удаление из его тела кардиостимулятора по причине того, что ему он больше не нужен. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю чудо, и пусть даже шрамы затянутся. Во имя Иисуса. Принимайте. Принимайте. У кого-то образование за ухом, какое-то образование за ухом. Принимайте очищение от этого образования прямо сейчас. Продолжай, Господь, руку простирать для знамений и чудес моей жизни. Продолжай, Господь, руку простирать для знамений и чудес моей жизни. Продолжай, Господь, руку простирать для знамений и чудес моей жизни. Продолжай, Господь, руку простирать. Продолжай, Господь, руку простирать для знамений и чудес моей жизни. Продолжай, Господь, руку простирать для знамений и чудес моей жизни. Продолжай, 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 Господь. Продолжай. Огонь, 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 огонь. Я просто вижу, как у зрителей, которые сейчас у экрана, огонь Святого Духа наполняет вас. Огонь, 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 огонь. Огонь, огонь. Господь совершает, 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 совершает удивительные вещи в вашей жизни. Прямо сейчас принимайте, принимайте, принимайте. Принимайте! Здесь в зале особенное присутствие! Особенное Божье присутствие! Мы благодарим Тебя, Дух Святой! Драгоценный Дух Святой! Мы вкушаем! Мы вдыхаем! Мы принимаем! Мы наслаждаемся! Мы просто впитываем, впитываем, впитываем! Все, что Ты сейчас делаешь, продолжай! Продолжай, продолжай, продолжай! Продолжай, Господь, делать то, что Ты делаешь! Нам это нравится! Мы в восторге! Мы довольны, мы благодарны Тебе! Продолжай! Продолжай! Продолжай, Господь! Простирай свою руку глубже, шире! Продолжай, Господь! Шей! Лора Бачия Сея! Продолжай, Господь! Огонь, 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 огонь! 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 Огонь Святого Духа! Аллилуйя! Шей! Лора Бачия Сея! Исцеляется остеопороз. Я слышал много людей, которые нуждаются в этом. Поэтому давайте прямо сейчас поставьте свои руки и просто пейте, пейте. И я слышу это слово, это не то, что будет, это то, что есть. Исцеляется, то есть кто-то исцеляется от остеопороза, это ломкость костей, кости изменили свою структуру. Вот принимайте исцеление, пусть жар Божий сойдет на вас, огонь Божий пусть сойдет на вас. Во имя Господа Иисуса Христа я объявляю конец остеопорозу, исцеление и восстановление от ломкости, хрупкости, структуры костей пусть изменится во имя Господа Иисуса Христа. И я разрушаю действие этой болезни, этот диагноз, и объявляю вам диагноз Господа Иисуса Христа. Остеопороз оставил вас сегодня. Оставил вас сегодня.
Больше вам это не принадлежит. У вас целостные кости, здоровые, сильные кости. Во имя Господа Иисуса Христа принимайте это. Принимайте. Если вы желаете избавиться от греха и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, вам нужно обратиться к Богу в молитве. Образец такой молитвы вы найдете на странице, ссылка на которую сейчас находится на экране. Если вы верующий человек и в вашей местности нет подходящей церкви, вы можете присоединиться к одной из наших онлайн-групп и возрастать в Боге вместе с нами. Присоединиться к группе можно, пройдя по ссылке, которая на экране. Если вы живете в Киеве или пригороде и хотели бы посещать домашнюю группу нашей церкви, свяжитесь с нами, и мы подыщем для вас подходящую группу. Наши контактные данные на экране. А также вы можете поддерживать наше служение финансово или стать нашим партнером. Вместе с вами мы сможем сделать еще больше для Господа и помочь множеству людей. Больше информации о пожертвовании или партнерстве на нашем сайте. Ссылка сейчас на экране. Добро пожаловать в благословение Отца. Это ваш дом и это ваша семья.